Креативный ремонт или ремонт наполовину. Именно так можно описать картину в одном из районов Ноябрьска. В нашу редакцию попали фотографии, на которых запечатлена необычная жилая постройка. Судя по всему, недавно здесь был ремонт. Или напротив, его давно здесь не было. В общем, судите сами. На фотоснимках видно, что здание как будто разделено на две части. Левая только-только после ремонта. А вот правая ремонта не видела. Судя по всему, уже очень давно. Что послужило причиной того, чтобы одноэтажку отремонтировали на одну-вторую, остается только догадываться.